короля и королеву музыки, рояли, скрипку, гитару, флейту, баян и многие другие инструменты услышали юные саровчане со сцены детской школы искусств. Ежегодно в учреждении в преддверии приемной кампании организуют дни открытых дверей, отчетные концерты и филармонию школьника, чтобы поближе познакомить детей с отделениями. Направления самые разные. Это и инструментальное исполнительство, и хореография, и архитектура, вокальное отделение, хоровое отделение. Так что всех ждем, всем будем рады, и детей постараемся научить доброму, светлому, красивому. В рамках концертной игровой программы «Музыкальное путешествие с инструментами» ребята познакомились со струнными, духовыми, ударными и клавишными, отгадывали загадки и пели песни. Воспитанники и педагоги ДШИ, в свою очередь, демонстрировали свои таланты и умения. На своем примере показывали, чему можно научиться. Мне понравился весь концерт и все представления. Я записывала на диктофон, чтобы мама с папой, моя семья могла послушать то же, что я. Меня заинтересовало направление других детей, которые они очень хорошо играют. Мне понравилось. А на чем бы ты хотела играть? На гитаре. Концерт был просто великолепным. Мне больше всего понравилось последнее выступление, а была подруга из детского сада. Набор в отделение детской школы искусств на 2024-2025 год стартует 15 апреля. Подробнее ознакомиться с направлениями обучения можно на сайте учреждения. Дополнительная информация по телефонам 98400, 98402. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.